Приветствую, друзья, с вами Артур. Привезли из Германии такой айподик 30-гиговый. Лицевая панель вообще в очень хорошем состоянии. Задняя металлическая, так как она глянцевая, она всегда затертая. То есть, есть много мелких царапин. На камеру их даже более детально видно, так как очень много здесь света. Если от света уйти подальше, оно как бы не очень так в глаза бросается. Разъем для наушников, кнопка Hold, снизу у нас для синхронизации зарядки шнур, кабель вот такой вот Белкин длинный, примерно 2 метра длина, довольно длинный, я его смотал только что. На плеере уже установлено 2237 песен, я уже выбрал русский язык, то есть по менюшке есть русский язык. Очень много песен записано. Друзья, здесь музыка у нас не рассчитана для YouTube. Моделька у нас A1136. Я подключу колоночку, чтобы вы слышали звук. Покажу работоспособность плеера. Но я треки буду щелкать, чтобы YouTube не успел банить нас. Так, что у нас? Поло... Конте, плей. Буквально по секунде так поклацаю. И кто не в курсе, плеер выключается удерживанием play. Сейчас погаснет экран. И нажимаю, или сейчас, секунду, я отключу. Я два раза нажал. Вот. И когда экран погас, нажимаем кнопку Hold. Вот так вот плеер отключается. Вот такой вот комплектик. Колоночка и этот кабель в комплект не входит. Это чисто наш проверочный, чтобы не на наушниках показывать, а для видео, чтобы вы слышали тоже. В общем, за видосик лайк. Плеер реально с очень крутым звуком. Рекомендую, кто любит послушать музыку. Это самое то, что вам надо.